Приветствую на канале Анатомка, канал о телесном устройстве. Тема сегодняшнего урока – большая круглая мышца, мускулус терес майер. Это плоская, в то же время вытянутая мышца. Данная мышца прикрыта в заднем отделе широчайшей мышцы спины, мускулус латиссимус дорси. В наружном отделе длинной головкой треуглавой мышцы плеча, капут лонгум мускули трицепитис брахи, дельтовидной мышцы, мышца начинается от наружного края нижнего угла лопатки направления волокон к наружу и немного вверх и точка крепления гребень малого бугорка плечевой кости Криста туберкули минорис. У места прикрепления большой круглой мышцы располагается так называемая подсухожильная сумка большой круглой мышцы Бурса субтундинея мускули Теретис майорис. Обратите внимание, где она находится. Что касается функций большой круглой мышцы. Функции большой круглой мышцы повторяют функции широчайшей мышцы спины, если судить о движениях в плечевом суставе. А именно, разгибание плеча приведение плеча и внутренняя ротация плеча. Подписывайтесь на канал Анатомка, комментируйте, ставьте лайки. Это точно будет способствовать появлению новых роликов на канале.